целью ликвидации места концентрации ДТП на перекрестке улиц Гончарова и Минаева на площади 30-летия Победы была запланирована организация кольцевого движения. Работы управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации были запланированы в ночь с 25 на 26 сентября. Но в связи с тем, что возникла необходимость замены используемых материалов, работы эти были перенесены. Об их сроках будет сообщено дополнительно.